Ну что, не видите, может рецензировать это автомобили два водителя, муж и жена. И Таня, и Толик, и не заключается жизнь, когда там автомобили участвуют полностью. Опа, на ты, Татьяна, Полена. Татьяна, Полена, перед всяком выпуском Полена. Это если пересядь, а ты пересядь, не получишь ничего. А как они будут спать? Если они будут спать, если бы хотя бы Татьяна попахарла была, то что-то не получилось. Да-да-да, Татьяна. О-о-о. Мальчик, штраф 50 гривен. 51 секунда у Толика.